Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Кредо Ассасина. Так, ну у нас уже все, последняя жертва. Это будет, если я не ошибаюсь, 10-я, Робер де Сабле. Как раз нам сейчас дадут задание на него. Мира и покоя, Альтаир. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Робер де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Я не дам ему возможности действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я ищу не мести, а знания. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому. Открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, под началом этого человека. Робер что-то замыслил на нашей земле. Я это точно знаю. Но что, для чего, как и где, это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие. Это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры — часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь Десабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Поподробнее. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах, а значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров, другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись. Как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Так, ну все, отлично. За мной, наверное, будет слежка нехилая. Пусть после его смерти. Твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения. Дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Ёлки, я его даже не узнал. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе. Становимся сильнее. Спасибо, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Так, ну отдых не помешает. Надо будет подумать, как бы там все сделать правильно, найти этих священников, с помощью которых можно пробраться будет. Так, Робер будет на похоронах. Ну это я понял, что он будет на похоронах. Так, окей. Да, есть куда пилить. Я думаю, может лучше пешим ходом. Не по крышам. Чтобы я не тратил сейчас эти вот свои кинжалы на этих лучников всяких. А здесь спокойно можно будет побегать. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрим. Вот еще. Священники тоже идут на эту вот похоронную службу. Это больно. Я знаю, извиняйте. Нет, умоляю, не, не морочь голову. Подайте пару монеток. Mm-hmm.
Отстань от меня! Так, так, так. Сколько нам еще там бежать? 60 метров? Ты напугал меня. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас. Я хочу есть, я так голодна. Пожалуйста, подайте хоть чуть-чуть. Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные. Так, я уже понял, что там охрана. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи слабнее. Будь проклят христианский король и его армия неверна. По телах! Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Хоть что-нибудь для больной голодной нищенки. Так, нет, с этими мы разобрались. Уходите. Подайте пару монеток. Тебе здесь делать нечего. Gözünüzü dört açın, geri dönecek. Так, вот я на месте. Аминь. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Ага, я знаю, а вот это сабле. Вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Он меня сейчас может, кстати, и узнать. Не исключено. Аминь. Как вы знаете, Мажд ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Ты смотри, ловушку сделал нам. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Come on, come on, come on!
Блять, тут лучники. Надо очень аккуратно биться с ними. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Seni yenemeyeceksin. Seni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Сукины дети. Beni yenemeyecek. Belki farkında değilsin ama hayatını kaybettim. Beni yenemeyeceksin. Belki farkında değilsin ama halihazırda kaybettin. Beni yenemeyeceksin. Beni yenemeyeceksin. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Контратаки делать. И то мне кажется, что там не десабли. До того, как ты умрешь. О, подставное лицо. Полагаю, ты ожидал иного. Что это? Да там по голосу было слышно, что баба. Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваше сокровище у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. Ого. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину. А точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв. Потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех. И тем самым подписал приговор. Хашишинов или ассасинов? Не 9. 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти. Но не следи за мной. А, мне не нужно. На 9-й, оказывается. Я что-то думал, 10-й. Увидим. Так, надо сваливать. Что он делает? Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Пара монет. Я все прошу сюда! Всего лишь пару монет. Вернись сюда! Что это за безумие? Им не следует драться. Беги, разберемся с ним. Я знаю, что ты прячешься от меня, трус. Блять, куча лучников. Чё они там чешут, хрен поймешь? Geldi buraya.
Слава! Астре! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть уже не возможно, дрожает за дома, что верим. Нет, участи слабее! Атман пойдет нас! Будьте бдительны, друзья! Вот он! Шайтан, суду вокруг нас! Интенсис! Слава Салахаддину! Он направляет силы встать! Вытащил нашей великой цивилизации! Знаете, что мы стараемся нам избежать истребления! Неверный король! Перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Так, чё он там орёт? Дёргается. С севера идёт английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им на плечи. Есть, всё. Добрался. Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это, и тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель — Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Как подумает. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Так, Арсуф. И как мне в этот Арсуф попасть? Перемотка будет памяти? Бля, нихуя не будет перемоток памяти. Надо будет сейчас... Ой, скакать. Ну, хорошо. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард... Очень странный тип. Так, где тут выход? Где-то недалеко здесь должен быть. Сваливаем с этого города к чертовой матери. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Не слишком-то вежливо. Торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Добрый день, дорогой друг. Товары во всей стране. Ага, вот и выход.
О, я сомневаюсь, что мне так просто дадут выйти. Так, надо подумать, как бы мне без боя отсюда свалить. Попробуем так. Может, этому безумию есть объяснение? Дурак совсем выжил из ума. О чем он только думает? Красиво мы свалили, а? Воу. Куда он пошел? Что значит, куда он пошел? Я поскакал. Так. Жалко, здесь не сделали, как Конина может срать по дороге. Это прикольно, такие мины бы оставляло. Нельзя ли поосторожнее? Ржачная была бы шняшка, но, блин, хер с ним. Я беру королевство, потому что я пока что не знаю, куда нам надо... Ну, дорогу не знаю, туда, куда нам короткий нас направили. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Так. Так, и... Ага, я уже вижу, куда нам надо, да? Вот он. Арсуф. Так, ждите, как нам туда попасть? Блин, есть что скакать? Интересно, что он затеял? Что он затеял? То, что надо. Пошли нахер. Так, нам здесь по левой надо фигачить. Если что, где-то здесь должен быть дорога расходиться. Сейчас посмотрим, где это. Идите нахер. Так, где это я? Ага, я все правильно. Сейчас резко налево. Даже контрольная точка. Что, наверное, там где эти столбы, что ли, римские? Если я не ошибаюсь. Так. Так, сейчас я проверю. Да-да-да, и все по левой стороне. Лежит расстрелянный, блядь. Ага, вот я уже понял, кем. Кем он был. Тихо-тихо. Пошли в жопу. Остановите его! Остановите! Я тебя поймаю! Так, пошли нахер. Я не могу понять, а где здесь проход? Да, лошадь так прилично скачет. Такие снайперы, как я, бля, японский летчик, эти все лучники. Стреляют в какую-то жопу, правильно я пошел? Да. Так, тут пока одна дорога, я понял.
Убивай! В красивой форме такой прям. Все, везде мы этих рыцарей встречаем. Так, мы их так красиво обошли. Здесь налево нам надо. Идите в жопу. Ассаса. Это типа ассасин, да? Так, здесь налево, вон уже вижу, куда идти. Точнее, скакать куда. Контрольная точка, это хорошо. Ой, сори. Какого убийцу? Я не убийца, не надо так обвинениями раскидываться. Блять, и там стадо какое-то идет. Так, здесь где-то налево дорога должна быть. Так, по-моему, туда, куда надо, поскакал. Если вы создали волнение, разумно будет покинуть этот район, чтобы... Так, хорошо. Так, что там нам пишет? Отправиться в Арсуф и убить Робера. Это мы можем. 15 клинков есть, это хорошо. Нихера себе тут армаду собрали. Тут, кстати, могут быть и какие-то дозорные. Даже наверху бегают он. Есть погибшие. Свои же убил своего. Geber kafir! Kulağını versin. Так, тут мы разобрались. Так, жизнь восстановилась. Что там такое, блядь? Нормально, я тут всех перечикал. Много тут народу пришлось убить. Еще вон, ребята, да что у вас? На, пошел вон.
Так, идем дальше. Блять, еще там я вижу каких-то ребят. Сейчас на головы попадают мне точно. Я отсеку тебя от тоя! Ни хера не видно с этими кустами. Вот это я тут перемаслал, блядь. Охереть, такую кучу народу, блин. Какие-то баррикады настроили. Вот эти, мне кажется, ребята будут поопасней. Что-то мне говорит, что может лучше с ними не связываться, блядь. Ты скоро умрешь! Да тебе за меня когда звезд! Он хочет драться с нами! Конечно хочу! Наконец-то начали говорить на нормальном языке. Да ладно! В следующий раз будешь думать перед тем, как ехать в драку. А этот хитрый уже в каске, блядь. Да я убью тебя! Скоро умрешь! Да, удача, уже половину подкосил ваши. Французы, блядь. Ты, блядь, мощавый. Ой, красота. Не убегай даже, блядь, чувак. Убегать он собрался, слышишь? Модный очень. Блять, ёб твою мать, а там уже такая отара овец. Ой, я что-то думаю, что с этими уже будет намного сложнее. Блять, что, придется идти на них? Блять, надо пиздец. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат,
С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнеды на плюс. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибранд. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Это если правильно. Вы этого желаете. Сейчас я тебе намну бока. Да будет так. К оружию, ассасин. А чё я должен сначала с этими драться, ребятами? Просто пустую жизнь он будет потраченный. Сикой живучий, блядь. Время для игр закончилось. О, хитрая пиндюлина. Блять, сука хитрая. Молодца, блядь. Вот завалил так. Я его все-таки. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер. Либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. Эль-Малим? Я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Был. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает?
Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его — да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Вот такие вот пироги. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Так-то такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да. Может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Так, сваливать хочу отсюда. Никто не против, чтобы я свалил? Опачки. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее.
Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Угу, я понял. Ну тогда уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.